Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижим в Турции», Paradise Alanya. Несколько дней меня не было, я уезжал в Россию, был в Москве, и вот вернулся. Хочу показать вам очень хороший вариант в районе Махмутлар. Большая 3 плюс 1, в хорошем комплексе, смотрим. Комплекс находится в районе Махмутлар, расстояние отсюда до моря максимум 1500-1600 метров. Проект был сдан в 2011 году. Есть очень хорошая инфраструктура. Открытая парковка, крытый бассейн, хамам, сауна. Огромный бассейн первый, огромный бассейн второй внизу. Мини-футбольная площадка, теннисный корт, детская игровая площадка. Прямо за этим зданием сеть магазинов BIM. А101 тоже где-то должен быть, не помню. Рядом есть также рестораны. Улица от Ачурка отсюда 500 метров впереди, 500-600. Так. Сторона квартиры восточная и южная, юго-западная. Так, кто растет? Первый балкон. Огромный. Тут минимум 125 квадратных метров полезная площадь. Гостиная. Так, здесь окна. Пол. Телевизор фирмы SEG. Кондиционер Арчелик. Спад температуры. Уехал туда, вернулся за два дня. И потерял свой голос. Siemens бытовая техника. Такая вот отдельная кухня большая. Здесь столовая часть. Теперь... Тут прихожая. Так. Большая прихожая. Тут отдельная кладовка. Встроенный шкаф. Глубокий. Сюда стиральная машинка, кажется, устанавливает. Да, вот такой. Проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Детально все вам показываю. Высота потолков 10,65 сантиметров. Первый санузел. Да. Сушилка тоже есть. Спальня где-то у нас 20 квадратных метров полезная площадь. Отсюда видно также море кусочек. Арчелик кондиционер. Второй санузел. Большая душевая кабина. Вытяжка также есть. И тут у нас вторая спальня. Есть еще третья спальня. 3 плюс 1, 4-комнатная квартира в хорошем комплексе района Махмутлар. Также отсюда вид на горы. Глазами все видно так. А тут у нас третья спальня и еще один большой балкон. Здесь даже квадратных метров больше, чем 125. Наверное, 130-135 минимум. Я минимально 125 сказал вам, полезная площадь. Насчет нового вот этого правила, которое введено в миграционную службу, 200 тысяч
долларов минимум надо указать. Дорогие зрители, если вот даже указать эти 200 тысяч долларов, здесь отдельно вот сделана такая кладовочка, балкон застеклен второй, тоже большой балкон. Итак, если даже вы оформите квартиру, заплатите все налоги, где-то 15 тысяч долларов налоги выходят. Один человек как узнал, что в ТАПу оформили у одного клиента. Но вот есть одно но. В следующем году на данный момент 61,5% ежегодный налог на квартиру. Что будет в следующем году? Инфляция покажет. Я посчитал, где-то 3,5 миллиона выходит в лирах налог на квартиру. А это где-то тоже 16-15 тысяч долларов ежегодный налог. После покупки недвижимости вам нужно будет каждый год платить вот этот налог. И эти вот эти нюансы, которые дают задуматься. Из-за этого на данный момент я не снимаю квартиры, которые подходят под ВНЖ за 200 тысяч долларов. Есть еще информация, что типа есть эксперт оценки 75 тысяч долларов в открытом районе, ролик видел, то можно подать на туристическую визу на один год. Вроде миграционно подтверждает, но это и пока не факт, я звонил, узнавал. Это не точная информация тоже. Так что поживем, увидим, что поменяют. Думаю, что это все из-за какого-то происшествие, которое будет в будущем, мы не знаем. Ну, разведка тут все работает. Все сделали преждевременно, быстро, никому не сказав, даже ресми газеты не вышло, нигде нет. Так вот, поживем увидим. Насчет айдата. Здесь айдат годовой 16 500 лир. Где-то в месяц 40 евро айдат ежемесячный. Цена этой квартиры 160 тысяч евро, 3 плюс 1. Пишите, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечный Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.